7 сентября в Бобруйске пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы горожан ответят специалисты исполкома, сотрудники районных администраций, государственных органов, коммунальных служб. На звонки будут отвечать в течение часа с 12 до 13.00. Телефоны для связи указаны на сайте горисполкома. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела совещание с активом Молодежного Совета при Национальном Собрании Беларуси. Участие в нем приняли и бобруйские парламентарии. Один из вынесенных на обсуждение вопросов – рассмотрение предложений по реформированию государственной молодежной политики. 13 сентября Белорусская республиканская пионерская организация отпразднует 30-летний юбилей. В Бобруйске пройдет городской праздник «Пионерский Арбат». В дружинных и районных советах страны организуют фотосушки, музыкальные перемены, внеклассные мероприятия, игровые программы, торжественные линейки и сборы. Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси. Аграрии Могилевской области намолотили больше 1 000 000 тонн зерна. Убрано 90% площадей. Всего по стране убрали 95,5% запланированной площади. Отмечается, что урожайность по стране выросла по сравнению с прошлым годом. Сезон охоты на рябчика и серую куропатку в Беларуси начнется 5 сентября. Добывать их можно будет только в светлое время суток. Охота будет разрешена оружейным способом с подхода из засады с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, оснаряженных дробью, охотничьих собак, безоружейным с помощью ловчих птиц. Сезон продлится до 2-го воскресенья декабря.